Давай соперник сюда. Команда Венеция наша. Привет! Третье, Мальцев гол. 1-0. Бронза 4. Самарканд пока не проснулся. Thank you.
Сегодня, блядь, уже тягает. Александр, сегодня будете работать тогда на мои медицинские услуги. Так что делайте, что хотите. Я с вас. Что тогда входит в эти медицинские услуги? Что? Что тогда входит в эти медицинские услуги? Ну, зависит от того, что мне врач скажет, когда я упаду. Правильно стоит, Дима, правильно стоит, перекрывает передачу в центр. Пускай тебя тают туда-сюда. Ты не лезь.
Дайте мне вот это. Да, качит. Можно играть. Короче, девочки, запишу кружочек. У меня сегодня чудо игровка, а я не увидела. Там что-то чит первый тайм, а их целый второй. Так что ж мне давать не приду в девятнадцать. А я даже трансляцию не создала, потому что я не знала, что игровка будет. Вот, ну ничего, я включила решу. Поэтому здесь нам еще осталось. Да. Ближе. Здорово. Там много их. Касание красного было через череду рикошетов. Передача. 16. Бля, с места красиво.
просто вратарский гол. Два-два, да? Да-да-да. Нет, играть. Не подал. Вот здесь блокировка с вашей стороны была. Передача 19. Да, 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 да
же не помню. Что вы говорите? Опа! Борака, берем. Да, вдвоем, блядь. Хорош, дай. Еще, еще, еще. Дай ему. Пойдем. Сигналы, парень, сигналы, сигналы. Вот, блядь. Сигнал, идем. Ну, вот это что? 7 минут. Как на фамилии. Чего? Чего? Фамилия вратаря семи волос. Как это? Семь волос. Бля, вот поклонница моих шуток, конечно. Потому что он что не слышал? Я на ПП. Он под чем-то просто. Саш, ты друг Малашенко? Нет. К сожалению, да, но я не под чем. Я нормальный друг Малашенко. Я светлая сторона его вообще жизни. Говоришь, что да, да, смешно. Там сейф был, ничего не видно. Это остановить, нет? Ну ладно. Саша. А потому что Мишаня ему как втащит ногой. Было, видел. Потому что Мишаня в тапках был. Жум не мог, волосы развязывать. Почему у него на стат написано, нет? Аллергия на тупых людей, это после апреля. Это тебе справа и тебе слева. Да, хорош тапок. Ну, я говорю, это вам вот встаньте по две стороны. Я думал, может, про себя. Мне не писать, что это. Да я не про тебя, зачем? Ты же это будешь.
сейчас. Здорово, держать! Погоди, Улера, аллергия на Сергея Мазу. Это кто такой? Вы хоть мне скажите. Сергей Мазов, это легенда. Нет, аллергия на... Александра Ходенко. На Александра Приколотова. Как? Приколотова. Не, этого я знаю. Давай, напиши. Нет, напишите, знаете, такого... Даня. Дань. Ну? На Юру Горину. Кто? На Юру Горину. Стопай. Наш там он хорош? Саш, вот я не умею завязывать шнурки, завяжи обратно. Так это получается точно носки придется. Вообще-то Лера футболист. Вперед! Лево, 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 лево! Никита, двое! Причем у них работа такая... Я в липучках бегаю. А, в этих, как у детишек, на двух. Да, да. Да сейчас. Я буду снимать тогда на свои ноги. Ну то зонтик, то ноги. Ну извините, нет, зонтик в камеру не попадает, а сюда уже насрать. Зонтик в камеру попадает всегда. Не всегда, нет, он на телефон попадает, а в камеру нет. Так что это не считается, это издержки, извините, работ. Рабочие. Давай, Тарана. Что вы там делаете? Заигрываете? Давайте не здесь, пожалуйста. Какая минута? 29. Ну можно поделить? Саша, я не буду завязывать шнурки. Я так их застегну. Я даже специально другой развяжу. У нас 4-4, да? Шашлык. Да, вот сейчас.
На кого снимать, Саша? Автогол или юнут? Гол, что любил? Я тогда собирался это сделать, а я не забил.
Смотри. Как не забил ты? Ты три забил? Не-не-не, сегодня мы всей командой аккуратненько ранее. Он объясняет. Я прошел уже первую неделю, пока я там, пока все определились, туда-сюда. Две недели. Первый раз вижу, чтобы он так был. На поле все равно стал бы. Кубок здесь, да. Дурак, что за зверя сделали? На турниках. Подтянется это все. А я же развязала, я уже второй. Не-не-не-не-не, ну, ты идешь, бегаешь, идешь. Андрюш, давай поиграем. Андрюш, время идет. Я чувствую, что на мяч не успел. Я остановил, он дальше продолжает. Просто ты в него не попал. Я не знаю. Я остановил, блин. Это понятно, да. Лёд, ходи. Уже попривык я. Давай.
Все-таки признаешь, он ставит ногу, и там, блядь, сам тип будет. Я говорил, кстати, все просто решается. В этом матче ставит ногу. Нет, так не работает, да, блядь. Давайте вар ведем. Да, блядь, это вновь немножко. Когда у Красного спрашивают, что было, нет? Что такое вар? Да, это где было? Это вот что-то. Кто садил? Красный забил, осудил. Они причем говорят, есть вары, идут смотреть, а там ни хера не видно. Да. Камера просто не успела попасть. Он походу потом красный был красный. Скажи честно, было, нет? Был, один красный. Красный говорит, не пенальти, а он ударил, а перед этим чувака уронил просто. Он с этого забил, он говорит, блин, ну я его задел немного. Ну и все, так на кухне как бы по регламенту вар разрешен. Да, поэтому это правило. Я уже придумал, то есть вар разрешен, но только геморрой, но можно. Лера, ты готова к вару? Че? Готова. А как счет-то вы пойдете? А, только на кухне. Я здесь я не хочу, чтобы великий такой делать прецедент. То есть я сейчас буду на пробке. Да, да, и тут, блядь, потом все там будут. Тебе желтую покажут. Потом, блядь, все команды будут. Красную, блядь. Это будет не игра, блядь. Кино, блядь. Это не та съемка, чтобы вар смотреть. Нет, ну здесь вар все равно, знаешь, приблизить там, посмотреть там. Все на камеру так же может не успеть, просто позже пойти и все, ты ничего не видишь. Надо не три камеры. Как Дмитрий Камягин такой. Идет смотреть вар. Да. Три камеры. Ты сутки не хотели, блядь, от отделения голоса. Сказал, вот дети проебались, сейчас все проебались на видео. Вячеслав Телегин случайно бы там приварился. Не, ну наставник, конечно, сильно вниз, я величану поизвлекаю. Блин, так. Брат. Половина осталась. Половина. Да, 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 когда чемпионы города по Минке натягивал девятку, да, да. Прикольно. Крики! А там не давали, давай. Не налево, ты куда правильно. Нет, ну там когда отгадать два дня, все тут проигрывали, и мы просто право на 5, а вот 4 слева и можно играть, пожалуйста. Иванов, я думаю, серьезно. Не играл, когда я по ногам пару раз даю. Сигнал, Гио, ты. Тут они футболисты. Можно. Играй, ваше подавление. Давай.
Аллайда бы? Дай-ка мне свой напиток. Блин, куда бил? Бронза, 50. Первая тоже. 9 минут, господа, играть. Какой счет? 76. Не понимаю, блин. Ближе. Как меня заебал бронепоезд, я ненавижу эту команду. Блять, у них есть купцов, помнишь такого чувака? И Маркин. Блять, они ебанутые. Нет, давай, давай, просто давление, давление! А что они? Купцов, которые люди максимали, но с Маркином придет, это нормально открылся. Нет, он с ума сходит невероятно, короче. Причем, нет, он на организаторов сходит, с ума на меня сходит. Что такое? Сейчас, скажи, дай. Один, один! Я левым выиграю. Эй, смотри. Сколько я знаю, короче, понял? Они в первом случае играли с Кичичи.
Они проиграли в пику, ну, там Тимофей поставил, конечно, левый пенальти, если честно. Пошла! Ну, там вся камера, что он левый, там Чуваку попадает в ногу, в лицо, и он ставит пенальти. Говорит, что там рука была. Тут в чем? Это был первый тур, и я реально нахуй затупил и забыл, а Алексей еще не спросил, и я ему не подсказал, и я и били, короче, эти линии, то есть 8-0. Надо было бить точку с этой, которую я сделал. Они пропускают, давай, потом давай, назад, назад! И поедут. Идет играть сейчас против Алексея. Алексей ставит мяч, когда уже мать не может, когда он уже попал. Не сейчас, как я слышу. Выбивают, мяч попадает в руку, пинаются. Охуеть. И, короче, они спрашивают, что ты бить? Я говорю, откуда? Они говорят, и просто на меня Купцов, Марк Купцов со своей бровкой. Начинают орать. Я говорю, вы не хотите пенальти сейчас пробить пойти? Нет, вы что на меня доебались? Тимофею тоже говорят, начинают орать. Реально, их 2 минуты надо было успокоить и заставить пробить свой пенальти. И еще, ну, мне понравилось, как я ответил, мне просто говорят, да мы проиграли из-за того пенальти, мы проиграли, потому что больше было. Они такие, блядь. Яромир. От кого отскакил, парень? 25, ой, 55. Короче, вот. И причем, что Тимофей, что я, ну типа мы сказали, да, это был проект. Причем сказал Тимофей, что это мой проект, потому что это в пределах поля, и там я отвечаю, где что. Мы извиняемся, все, давайте пробейте ебучий пенальти выше. В итоге их уговорили. Они забили пенальти. Нет, там причем... Если бы они не забили, то вообще жопа была. У них первый раз приехал Алексей Калина. Помнишь, что было? Ну вот. Это самое. Короче, и там гуляем же стоит по парам. Там. Короче, это бьет прям под самую перекладину в девятку и гуляет едва не выйдет. Я тебе отвечаю, там было близко просто конкретно. Ну вот. Можно, можно играть, можно. Нет продолжения. Сзади меня еще плед, и еще подо мной тоже второй плед. Я вот там... Короче, вся тактика Эмиля может идти домой, да? Ну вообще надо у Саши спросить, как у него очень много, то есть там чуваков. Ну один там, скорее всего, вообще без прочего едет. Да,
Короче, Биш, дай расскажу тебе. Короче, играют, ведут в счете. Там реально 49-50 минут, они ведут плюс один. Пара. И все, казалось бы. Все, бронепура, самолет, он радуется, там бегает. Просто Соколов как начинает им пихать. Раз, два, три, четыре. Все такие, ебать, Сашка, что ж ты делаешь? И они просто, свисток, и они просто все уходят, просто молча. И мы такие, да, Фар победил. Но это было, по-моему, карма такая. Причем понял, первый гол, который счет сравнял, да, там просто он бьет, ну так, наотмашь, рикошет, и мяч вот по такой дуге в девятку забитает. Серега, а где группа поддержки? Да, поехали. Ой-ой-ой. А ты что, за Арсенал болеешь? Слава Богу, что я был маленьким, не видел за Арсенал. Я тоже за Арсенал, но я не видел. Не побежил. Бля, глупейший, да ведь, отец Лимана, блядь, судья вообще не прав. Сиди! Блядь, долго! Подверните его в сторону, там, блядь, есть соль. Бля, помню, потом гол Соло Кэмпбелла. Бля, не дочеркнулись, пиздец, и больше никогда не вышли даже. Ну, в полуфиналах. Но там были такие полуфиналы, которые тоже вышли, вспоминают. Я... Челси, семью, когда Роналду там показывают.